всем доброго дня солнечного. Это мы были в почтовом отделении и выехали детям опять смотреть подарки. Если не найдем, то, наверное, ограничимся сладким. И все. Входим в почтовое отделение наше. Жду открытку. Привет подписчикам и друзьям из Петрозаводска. Что-то как-то, что-то ничего не доходит. Ваша открытка. Я так жду. Вот. Сегодня так, хорошо. Утром было минус 3, ночью было минус 3, а днем плюс 9. А Валя не захотела даже одевать теплую куртку. Взяла в школу две куртки сразу. Сказала, что синяя куртка — это теперь куртка для мальчиков. Ей нужна только розовую. Носить она повезла с собой и розовую куртку, надев синюю. В общем, приедет, наверное, растеряет вообще все куртки сразу. А это Маша, вот эта знаменитость, о которой я постоянно говорю, проходя мимо парка. Мальчик, который живет возле парка, напротив. И вот так он сидит в кресле. Вот его лицо поближе, я его никак... Ну, я его не старалась снимать. Ну так он сидит и машет всем машинам. Уже вторая заметка, а может даже и третья, я не знаю. Мы уже одну читали заметку, что... Нет, да, лучший, сборник лучшего. Это... А может он вообще начал этим делом заниматься в 2023-м? Много-много солнца. Мороза, солнца. Да нет, холодина. Мороза. Нет холодины. Я вообще зуб на зуб не... Да нет холодины, все норм. Снег. Ага. Прислали сообщение из 8 класса. Сейчас будет проводиться в школе в средней интернациональный фестиваль, и там предлагается принять участие семьям. В общем, смысл в том, что чтобы представить свою национальность на этом фестивале, свои какие-то традиции показать, свою национальную еду. Вот, и там предлагается Google форма, и кто хочет поучаствовать, тот должен ее, собственно, заполнить. Не знаю, будем ли мы участвовать. Ты будешь участвовать? Слушай, что ты только что говорила? Что? Правду знают. Какую правду? Что ты не хочешь оливье готовить. Молодец, да. Блинами я делиться не буду, поэтому участвовать тоже не буду. Может, какие-нибудь другие русские семьи себе представят. Ну, в 8 классе, я не знаю, у Тимофея есть белорусская семья, белорусов, куча семей из Казахстана. Нет, не из Казахстана, из Башкортостана. Ну, в общем, как-то так, такие новости. А мы снова на почте. Вчера не получилось отправить наши документы, потому что была очередь, начинающаяся прямо со входа. Сегодня приехали, и тоже опять много машин. Посмотрим, как там сегодня дело обстоит. Ну да, много народу уже. Там такие украшения классные. Мумики сидят. Рыбу ловят. Не ловили. Наверное, с осени никого не видела здесь. Ну, с такой осени, я имею в виду, с октября. Нет, даже с ноября. И вдруг в январе второй мужичок тут что-то ловит. Ну, не знаю, это же искусственное вот это наше озеро, да? Это же все оно. Так что под вопросом кушать из этого озера рыбку. Кто с аквариума рыбу ест? Виталий. Ну, блин, они из такого же аквариума. Я понимаю, но не там же, где реактор охлаждают. Я придумала Тёме посмотреть еще плед, если пойдет, если найду нормальный. О, здесь музыка. А Тимошек что-нибудь, вон динамик, манго, какую-нибудь мангу. Или, ух ты, какая коляска клевая. Или комикс. Ты не помнишь, какой он комикс смотрел, Виталь? Нет? Он же комиксы мангу читает и
плакаты любит всякие. Итак, ты забыл корзиночку. Придется вырезать. Принцессы не ходят в туалет. Вот эту? А доктора Пеппера вы не пили? На Рождество, да? У нас будет. Пепси на Рождество. Помидоры будем брать? Подорожали. $1.28. Это те, которые по 90 центов стоили. Ой, они плохие, они вообще зеленые. Это Калифорния выращивает их, да? А, полузелененькие такие вообще. Мне кажется, они здесь и спеют, да? Вот эти, которые мягкие, они вот такие были, вероятно. Нормально? Возьми немножко. Салат делать. А я авокадо хочу. Дубовое тоже, авокадо, все. Душик включился, как я подошла. Я хочу свеклы взять. Так, что это она тут? Цена, конечно, на нее интересная. Почти $2. Ну, $2 и есть. За две штучки маленьких. Крохотные две штучки. То есть надо $4 отдать, чтобы купить 4. Как я обычно и покупаю на салат. Тоже не маленький, там есть нечего. На свекла или свекла? Свекла. Сорян. А я вообще могу говорить бурак. Буряк. Моя бабушка говорила буряк. Мой дедушка говорил буряк. Я говорила буряк. Гвоздичка или это... Или это что? Клава. Ромашка. Мексиканские штуки. Классные. Давай возьмем этого, листик. Короче, получается, мексиканцы ближе к нам, да? Это что? Получается. Ну, это лавровый лист мне нужен. Ну, что у них еще? Я все время его выплевывал. Вот. Виталь, положи, пожалуйста, это для моего холодца будущего. Да, манзанила, хамомила. Манзанила это на их языке, хамомила это на общем. А это что? Ну, то что здесь? Надо, что ли? Виталь, тебя придушить прям тут. Или чабрец. А, это чабрец. Короче, так будет лучше. Чабрец, вот. Да? А это что такое? В общем, здесь много. А это кунжут, наверное, да? Да. А вот это укроп, да? Да. Да тут куча всего. Вот, твоя радость. Моя радость. Что за радость? Перец, в смысле, радость. Мексиканцы красавчики. А нам нужен... этот майонез. Майонез закончился почти что. Крафт, когда-то я читала, что хороший майонез. 4,48. Мы такой брали, но я читала, что вот этот хороший. Мне вообще невкусные майонезы в Америке. Кто знает, какой вкусный майонез, напишите. Потому что какие-то они, ну, я не знаю. Мне хочется наших майонезов. Они тоже не полезные были, я имею в виду российские. Ого, банки. Ого, огурцы. Что такое? Прям такие. Мы такие не засаливали. Такие считалось, что это салатные, их не солят, да? Они понапихали. Да. Вот наша колбаса, правильно? Что-то она вот с зеленой штукой. Какую мы только не брали, вот это более-менее вообще такая вот замечательная колбаса. Валя ее ест. Причем я об этом в каждом видео говорю. Она до марта. Одна пойдет на оливье, другая... Что это за дырочки, Виталий? Норм? О, нет, вот. Не норм? Следующий, пожалуйста. А еще я хочу печенку когда-нибудь найти. Желательно, чтобы не ехать за ней в русский магазин 40 минут. Но я никогда не встречала печенки. Хочется паштета так. Ну, у нас, видимо, вкусы с американцами вообще не схожи. То, что нам надо, тут вообще нету. Решила, что буду готовить на Рождество рыбу. Мы покупали лосось давно уже. Он у меня в заморозке. Вот, самое время его достать. Искали-искали утку, что-то на... Пропала везде, где-то она вообще супер дорогая, где-то ее вообще нету.
что будет рыбный день у нас. Нашла в таком виде впервые говяжью печень. В странном виде. $2 стоит. Здесь ее всего ничего. Полкило где-то. Вот. Я привыкла делать из свиной, из куриной. А тут говяжья. А это что такое за части? О, это язык что ли? Язык. Тоже говяжий огромный. Что-то я не встречала раньше таких вещей интересных. Тёма еще такие любит, Виталь, с длинным рукавом. Такие штуки любит. $7 всего. Катон мягкий. Словом, сливы обычные. Хотела Тимофею майку, он любит мангу, но тут вот они по $9 сегодня. Но он любит мангу именно, а тут все есть, кроме манги. Клиренс смотрю. Смотрю, и ничего не могу найти. Вроде так. Цены нормальные достаточно. Но то размера нет. То картинка не та. Старший любит рубашки. Недавно он себе чисто черную купил. Тут вперемешку и женские Хэллоуин с кошечкой. И вот такие. Для болельщиков Panthers. Здесь все для болельщиков, по-моему. У меня вот Рибок. Рибок мужской или женский? Ну, это большой Рибок Элька. Развернула. Это очень плотно. Вот за $28. Но вот что-то мне как-то, ну, не нравится. Вот этот лейбл. Это все приклеено. Кусок резины такой. Слишком. Слишком аляповато, скажем так. Рибок такой дизайн сделал интересный. Это все ткани, тут раз, как от куртки кусок, плащевки, карман. Смотрится, конечно, на любителя. Карандаши детям смотрим. А я пойду посмотрю, может, найду Тимофею постер хотя бы. Вот он все мечтал постер какой-нибудь. Вот они висят. Единственное, я не знаю, о каком именно он постере мечтала. Какие тут есть? Ничего нету. Вот манга, только я не знаю, кто это. А, хотела сказать, главное, чтобы не Наруто. Это Наруто. Наруто не пойдет. А вот что это? А, это Гарри Поттер. Какой интересный Гарри Поттер. В стиле манги. Китайский стиль или японский. Красиво, кстати. Вот такое можно ему найти. 21. Или, значит, 22. 21-22. Запоминаем. 21-22 еще такое есть. Это постер для Вали. О, и вот постер для Вали. Вале бы понравилось, наверное. Листала. 21-22, вот. Зачем я листала, если их там просто нету? Может, они перемешаны? Тут нету ничего. Ну, хоть одну мангу замшелую дайте мне. Кусочек манги. Виталь, нету манги, что мне делать? Ничего найти не можем. Осталось посмотреть Лего. Осталось увидеть, что еще и Лего нету. Такое $25. Ни о чем. На Амазоне оно по 20, насколько я помню. Но тут 319 деталей. Лего тоже не густо. То, что хотелось. И не соответствует. Вот, Индиана Джонс прикольная. Такого еще не видела, сколько здесь кусочков. Кусочков 387. Но это, наверное, что не оно. Rocket Meech. Что такое Rocket Meech? Это, наверное, вот это. Нет, это тоже не оно. Ни ценников, ничего. Нету. Зато у меня Тимофей любил вот этот затерянный мир динозавров. Креатор интересную серию выпустил, ретро. Такие ролики, еще фотики, полароид.
Здесь нету его. Взяли детям 3 коробочки небольших лего, потому что, ну, на Рождество мы обычно не дарим чего-то такого сверхъестественного. То, что накопали, то и подарим. Вот, совсем маленькие, по 200 деталек лего. Где-то по $19 каждая коробка. Вот такие. Чисто оторвать их от компьютеров на полчасика. А кого-то, может, даже минут на 10. Тёма быстро соберет. Напился чая, как свинья. Не виновата, тут свинья нарисована. Мне вот такого плана нравится. Кружки по типу как алюминиевая она, но вот она не алюминиевая. Такие нет. Вот такая нравится. Прям. Ну, она не мой размер. Я бы, может, ее купила, но я люблю большие кружки. Сколько здесь? А, не, это большая. 450. Маг. Кружка мамы. Купить, что ли? У каждого по сердечку. Класс. Игрушки так себе. Подача интересная. Я и мой дружок. Мы уже на кассе взяла себе вот такой шампунь. Точнее, себе и Вале. Причем у меня был волосопад жуткий где-то в мае-июль. Я спасалась в том числе шампунями. Ногти у меня грязные, потому что я копалась в свекле. Вот. И, короче, я считаю, что меня спасли только детские шампуни, плюс маски я делала еще. И прям все наладилось. Теперь я мою голову детским шампунем. Хотя говорят, что детский, конечно, взрослой башке не подходит, но мне подходит. $100. В основном за счет лего. Лего, она, наверное, на 66 где-то долларов вышла. Продукты так, по минимуму, потому что ничего такого и не купили особого. А тут очередь, видишь, где я? На улице. ДМВ приехали. Муж говорит, что у него права закончились. Это Мурсвилл. В общем, они фулл, переполненные. Сказали приехать в понедельник в 11. Там полный зал народа. Очень. Очень все забито. Мы просто ездили сдавать на права в крошечное городишко. И там, конечно, дела обстояли лучше. А здесь все не очень хорошо. Вот он, Мурсвилл такой. Его кусочек. +5 погода. Мама в куртке. Валя в толстовке. 2 куртки в рюкзаке торчат. Ужас. Валя притащила порватый уже. А, вот. Только что разглядела, что это олень. До этого думаю, что это такое вообще. Это у них такие математические примеры, я так понимаю. Что-то типа того. Только сейчас на камере увидела, что это рога, глаза, нос. Это она в таком виде принесла. Это не я порвала, если что. Вот так они решают. У них часто вот такие задания бывают, что-то вот так вот. Математические раскраски. Она их любит. Не донесла до дома. У нас уже ужин. Я сейчас буду думать, что приготовить. На ужин у нас будет сегодня рис. И я достала замороженные отбивные, которые были еще с Нового года. Я их заморозила, потому что тогда рассказывала, по ошибке приготовила. Забыв про отбивные, приготовила ножки куриные, которые мы ели 2 дня. Поэтому я заморозила отбивные, чтобы они в холодильнике не испортили. Ой, пардоньте. Такой вот неаппетитный кусочек лежит. А здесь у меня кипит рис. Там странная смесь. Там еще репки, пекан, приправы. Так, чересчур сильно кипит. Диван комфортный. Ты что-то близко к телеку, Валь. Отодвинь свой диван подальше. Чего нет? Посмотри, как ты близко сидишь. Закрывайся.
А что ты хочешь? Молоко достать. Ты что, сама себе? Старое молоко? Вот. Оно уже прокисло, скорее всего. У Вали два блюда, и первое, и второе, и компот. Этого? Какие еще игра? Какие еще машинки? Машинки, да, ну, у нас на ноутбуке. Бери еще салатика. Не хочу. А у вас математические игры? Ну, что есть такие. Ну, это не такие. Чистая там игра? Да, чистая игра, там нужно нажимать на кнопку, например, бей, и он поворачивает. Поворачивает. Если ты отпустишь побей, он туда поворачивает. Как это бель? Пробел. А, пробел. Пробел. Я знаю, что такое пробел, я не знаю, что такое пробель. И там нужно собирать монетки и не упасть. Я дошла до лавы. До лавы? Да. И это все не математическое? Это в перерыве у вас? Или во время занятий? В перерыве. И это... Там у меня было несколько монеток. Ну, там один... 1,26. 126, наверное, монета. Кушай. Тимон, что ты не поел? Может, ты бойся, я не знаю. Тимофей ходит у меня в среднюю школу и рассказывал, что у них на следующей неделе, кажется, будет проходить такой процесс перехода, начала перехода в старшую школу. Какая-то регистрация, и, в общем, они должны будут посетить эту старшую школу, хай-скул, он в 8 классе, и в следующем году он идет уже в 9 класс старшей школы. И вот какие-то там будут мероприятия запланированы, он расскажет, я с вами поделюсь, пока что не очень поняла. Я думала просто, как бы средняя школа закончится, и они пойдут туда в старшую, но там какое-то там идет перераспределение, знакомство сначала предварительное со старшей школой. Вот. В январе у них опять праздники есть. 15 января у них нерабочий день, это праздник, день Мартина Лютера Кинга. В Америке они отмечают. Потом в конце января, это я сейчас открыла, письмо прислал директор школы. 25 января у них будет просто рабочий день учителя. Соответственно, они тоже не будут учиться. Смотрю, какие-то мюзиклы у них будут проходить. Три представления. Предполагается, что студенты дадут три представления в школе. Мюзикл «Матильда». Интересно, интересно. Вот. Вот так. И опять распродажа пижам. Те, кто приобретут пижамы, смогут носить их каждую пятницу до конца года. Но опять это все делает родительский комитет школы. ПТО, средства пойдут, соответственно, на школу. Вот такие новости. Опять с началом учебного, с продолжением, скажем так, учебного года начались у меня опять школьные новости.